Его называют энергетическим стержнем всего организма. Многие ученые считают, что именно в позвоночнике таится причина всех болезней. О том, как сохранить его здоровым, говорили на межрегиональной конференции в Центре травматологии и эндопротезирования. Болит спина. Такую жалобу можно услышать от людей практически всех возрастов и на всех континентах. Специалисты отмечают, серьезные хирургические проблемы позвоночника имеются у каждого второго. В эти дни актуальные вопросы вертебрологии, науки о болезнях и повреждениях позвоночника специалисты из разных регионов и стран обсуждают в Чебоксарах. Болезни позвоночника, они сейчас чрезвычайно распространены. Это, по сути, большой раздел ортопедии. И учитывая, что на Чувашской земле такие мероприятия довольно редки, я думаю, что приезд наших гостей из разных регионов России, из-за границы, очень актуален, и конференция, предполагает, будет очень интересной. С 2009 года в Центре ортопедии и эндопротезирования провели более 2500 операций на позвоночник. Есть что рассказать и что послушать. Во-первых, мы обмениваемся опытом. Во-вторых, это, конечно, обмен различными техниками оперативного лечения. Есть, конечно, некоторые различия в лечении больных, допустим, за рубежом в европейских странах, в сопоставлении опыта России. Такие мероприятия, такие сборы ведущих специалистов определяют тенденцию, тактику, направление развития медицины. Сидячий образ жизни на более подвижный среднестатистический житель Земли, скорее всего, в ближайшее время не поменяет и из-за компьютера не встанет. А значит, на подобные конференции врачи будут собираться. Вопросы вертебрологии актуальности, увы, не утратят. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика.